Лопата Интертеймент и Сергей Дубенко в очередной раз нарисовали двухцветный мир из подонков и неподонков. Подонки раздают гречку, пользуются своими деньгами и убеждают всех, что выборы ничего не решают. Неподонки сидят за компьютером, работают или гуляют с семьей. И, судя по всему, неподонки не отличаются особым умом или интеллектом, раз им можно впаривать такой примитивный взгляд на мир. Давайте расклассифицируем подонков и неподонков иначе, поближе к реальному положению вещей. По версии Сергея Дубенко и Лопата Интертеймент, подонки сидят во власти. Неподонки не сидят во власти. Но возникает вопрос, если сегодняшние неподонки пару лет назад сидели во власти, они были тогда подонки или неподонки? И были ли неподонками те, кто тогда не сидел во власти и ее ненавидел? Без прояснения этого вопроса не совсем ясно, кого нужно удивлять, приходя на выборы. Если все-таки Сергей Дубенко выведет неподонков на выборы, и они таки проголосуют за неподонков, сумеют ли новые неподонки во власти не превратиться в подонков? И не сделает ли Сергей Дубенко и Лопата Интертеймент еще один ролик через 2-3 года против новых подонков? Или они к этому времени все-таки наберутся ума? Ролик подготовлен при содействии общественной организации «Контроль за неподонками и идиотами».